Быстрая и качественная подготовка высококвалифицированных специалистов для разных отраслей экономики, создание образовательно-производственных кластеров и, как следствие, модернизации среднего профессионального образования. Второй год подряд в России реализуется федеральный проект «Профессионалитет». Олег, расскажите, пожалуйста, чем же занимается студент, вот что он делает? Видим челюсть, зубы. Сейчас Роман делает 3D-моделировку, отсканировал гипсовую модель, сделал постановку на нее и меняет анатомическую форму под прикус пациента. Что дальше? После этого этапа какой этап идет следующий? После этого этапа идет согласование с врачом и техником. Если все хорошо, проект одобрен, передается модель на фрезеровку. Мои коллеги проверили, как на практике реализуется федеральный проект «Профессионалитет». Для этого они посетили 3 предприятия нашей республики. Нравится ли студентам такой формат и чем он отличается от обычной производственной практики? Об этом мы расскажем сегодня на нашем канале 21.00 в новом выпуске программы «Вести образования». Не пропустите.